Йо-хо-хо, всем привет, привет, друзья из Хикадувы, и мы отправляемся куда? Мирису. И мы отправляемся с вами в Мирису. Погода у нас была с утра маленько пасмурная, но сейчас солнце растащило. Сегодня 17 апреля, и мы хотим посмотреть Вилегаму и Мирису. Лена остается здесь. Лена остается дома, хочет сходить по супермаркетам, ей скоро улетать. Да, пойду посмотрю хороший ресторан. Полежу на бассейне. Завтра Андрюша у нас день. Пиши нам что-нибудь. Нет. Ну все. Как-то так, друзья, отправляем. Остановились дороги, друзья. Думали, что будет солнце, не будет. А солнце-то, блин, вышло, тучи разогнало. Красивейший океан. Все мажемся. А, у меня коленки, Оль, помажь тоже. Тут горят у меня теляшечки. Смотрите, какая прекрасная океан. Какой прекрасный вид. А вон там волна как гребнем набирает. Так, друзья, очередная остановочка. Сейчас Оля вам покажет пляж, пока мы смотрим по навигатору, куда мы едем. Из-за этого праздника все кафешки закрыты, пляжи, рыбные рынки, ну вообще попали мы. О, а вот эти штучки, на которых сидят рыбаки и ловят рыбу. Вот смотри, эти штучки, на которых сидят рыбаки. Да, да, вот они и сидят на них. Пиздец. А жопу куда девают? Ну, жопой вот он тут сидит. А он подушечку. Боже, а там их сколько? Таня, ты посмотри. Я говорю, когда уже этот праздник закончится у них? У них тоже 10 дней, наверное, Новый год. Вон, посмотри, там кто-то. Китай. Это, оказывается, Кагола. Кагола. Я и читала. А, вот эти палочки. Да, вон, ты посмотри, там что было. Черненьких-то, да? Местное население. Вот это силище. Вот это я понимаю. Океан. Маленькая остановочка. Влюбленная парочка под деревом. А цвет воды не передаваемый. Вообще, а силище какое, да? Вот прям бирюза, вот прям бирюза. Местные нашли себе маленький уголок, где чтобы не ударило, не снесло, да? Вот они дальше не снесли. Ради этого стоит проехаться, посмотреть, все меняется, пляжи, да? Казалось, вроде дождь, тучи сегодня, все будет хмуро и пасмурно, а нет. Ага, я говорю, я дождевичок с тобой взяла. Я тоже. Итак, друзья, мы в Вилегаме. Вот это побережье сейчас пробегу. Пока нет. Порт Вилегам. Проскакиваем дальше и едем в Мирису. Смотрите, какая красотень. Супер. Ехали-ехали, и такой островок образовался. А только что были вот там, вот снимали все это дело. Сейчас пойдемте на пляж сходим, посмотрим. Thank you.
кто-то пытается прорваться. Бывает прям такой уля-ля. Так, мои дорогие друзья, мы едем по Мерисе. Оказывается, здесь совсем все рядышком. Миша Стани. Сейчас смотрим отель, который мы хотели забронировать. Нашли? О, точно, вот он. Все, идем в отельчик, посмотрим сейчас. Рыбки здесь. Трим-рум? Да. Танюш, пойдем. Миша, а как отель называется? Адана Бич Резорт. Адана Бич Резорт? Тут большие. Ой. Этот номер с видом на море, Миша, который ты бронировал. Вот он, делюкс, видом на море, все номера идут. Оушен. Вот вам пляж, вот вам волны. И посмотрите, какой пляж, Таня. Не видно. Так нет, волны, посмотрите, какие. В Хикадуи-то нет волн. Сколько выходит в итоге стоит-то? Получается, что через Booking получилось даже дешевле. Получается, что $35 в сутки. $34 в сутки. Ага, а он другую цену назвал, да? Это он назвал. Он назвал $34 в сутки. Она получала дешевле. Ага. Так, друзья, посмотрели мы с балкона. Теперь давайте дойдем до пляжа. Как это у нас все будет выглядеть? Мы 5 километров отсюда. Мы хотели снять эту виллу. И вот вам трафик какой. Чтобы на пляж вилла пройти. Это отель. Это просто отель, да, это отель. А сейчас еще поедем на виллу, которую тоже рассматривали. Сходим на пляж. Покупаться ли сможем мы ли здесь или нет? Так, островок. Народ гуляет. Бич. Там зонтики есть. Это, наверное, фиг. Это, наверное, от отеля. Вот такой пляж в Мерисе. А где у нас тишина-то вообще в Мерисе-то есть? Ну вот это-то на видео показывает. Сюда вот ходит, поднимается-то по этой лесенке, вот этот островок. Да, там фотографируется. Ну что, друзья, едем на ту виллу смотреть? Не, Салан море. Как она читается? Чего Салан? Вилла. Какая? А? Какая? Дивена? 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 Как? Дивена, по-моему. Вот смотрите, друзья, в апреле месяце море бушует вот так. Ну это дальше на 5 метров по дороге. Поехали, по пути. Сейчас пойдем спросим здесь, сколько стоит номер в этой. Она вот маленько в гору расположена. 7 дней, 6 ночей получается, да? А если... Сколько получается? 7. Там было 6. Долларов? Или местных? Местных. Рупий. Рупий. Да, рупий. 7 тысяч рупий. 40 долларов. А breakfast?
No. Сейчас сходим, посмотрим комнаты. Рыбки поснимайте, какие красивые. Рыбки у них, видимо, повсюду. Тоже неплохо. Да. И это каждый день подниматься сюда. В подъем. Нормальная зарядочка. Мне уже не нравится. Угу. Мы там набегались, у тебя набегались уже. Аня! Ну пусть идут. Пойдем. Фух. Офигеть. Лифта нет. Ага. Комната. Отель Силан Молл. Силан Молл. Шкаф-то посмотри. Да, вижу. Ага. Ага. Древний телевизор. И вот такой вид на океан. Если там еще будет закат, то да. Дело в том, что здесь волны-то больше, чем даже в этом, да, как его. Хикадуи. В Хикадуве-то понятно. В Нигомбе даже мы были. Нет, меньше, а тут волны больше, в Нигомбе меньше. Понятно. Вот эта лестница с правой стороны, это с чемоданами, все подъем туда. Лифта нет. Мы поднялись на 4-й этаж. Офигеть, как тяжело. А если поднимать чемоданы к нашу кучу, то будет совсем как тяжело, офигеть. Едем дальше. Лаки Вилла. И вот, друзья. Лаки. 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 И смотрите, друзья, там по букингу мы искали эту виллу. Она как будто вилла одна, одинокая. Картинки такие хорошие. 5%. Купаться только получается в океане. Ну, в комнату зайдем, раз пришли сюда. Ой, даже заходить, наверное, не знаю, как ли. А тут это местные живут, белье вот это развешено. Почему же оппозицируется она как 9,9? Нет, 5,5. Это по отзывам, а? Слышишь, 5. 9,9. 5,1 километр, а это... Тут про километр, тут процент. Попробуй разбери, кто про что говорит. Чего 172? Четко скажи в камеру. $25 за один день. Если доллары принимает в рупиях, то по 172 рупии за $1. Понятно. День. А лук, рум, лук, рум. Рум, посмотри. Да, да, Сигурум, посмотри. Ох, какая крутая лесенка-то, друзья мои. Офигеть. И 5 километров до моря. Чтобы на будущее вам знать, чтобы не попасть так же на букинге. А то пишут-то хорошо. Еще выше. Тут решетка, чтобы никто... А, мы вот там стояли. Комната была. И... Общее. Ага, общее это. Одно спальное место. I know condition. Охренеть, Миша. Во, мы бы вперлись, приехав сюда, забронировав ее. Кондиционера нет. Condition. Condition no, да? Yes. Климат контроль. No. Condition. И вот одна комната. No. Ага. Вот, друзья, и прикиньте, какое попадало может быть-то, да? Океан 5 километров. Комнатки вот такие. Это... Ну, я понял. Надо ага. Этот туалет. Общая кухонка. Туалет. Окей. Куки. 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 Кондиционера нет.
Какой кондиционер? Вентилятор? Вентилятор, да. Окей. Ну вот так, друзья, аккуратнее смотрите на букинги. Мы чуть сюда не приехали. Ладно, взяли мопеды заранее, за два этих дня. И попали бы, блин, в такую засаду. А тут такая же жара, ветер и все прочее. Ну все, едем обратно. Купаться-то будем, что ли, Миша? Ну, там откроется. Мириси или велигами? Здесь, наверное. Велигами дешевле, можно перекусить. Вот как только хорошо, мы сюда приехали. Я посмотрим. Вот точно говорю, да. Thank you. Дайте... Доехали до Велигамы, решили взять помороженку. На улице опять начинаются тучки. Видимо, здесь только в 12 солнышко встает, разгоняет. Сейчас сезон такой начался. И ветер, ребят, поднялся. Посмотрите на Велигаме. Такой большой шторм. Пляж. Может, искупаемся, а может, нет. Оу! Сдают серфы. Ну да. Велигама – это для серферов. Велигама – это для серферов. Как ни крути, вон их тут сколько. Пруд пруди. Пляж Велигамы. Отель Мариот по центру пляжа Велигамы. Ветер нифига себе какой поднялся тут. Обалдеть просто. Ну ничего, народ отдыхает, веселится, загорает. Чего, замороженку купили? Мы хотели нашу любимую, вот то нету его, кусай. Одну напополам взяла. Вверх, вверху. Не бери руками, все липнет. Сели мы на перилку, скушали пирожок, хотели искупаться. Не хотите ли искупаться, девочки? Нет, здесь такие волны. Нет, лучше домой поедем. Там. И решили мы рвануть домой. Ветрище сильное, тут одни серфингисты. Лучшие хикадувки и тринкомали пока мы не встретили. Да. На вилле побывали, да, вы видели? Хороший был, просто ветер. Да. Я думаю, здесь вот просто сегодня волк. Сейчас мы пойдем к себе, у нас то же самое будет, я думаю. Да. Он сказал, что тут пляж не смогу. У нас то же самое будет. Мне нравится пляж, он тут не стоит этими. Если бы здесь ветер бы ушел, то, представьте, тишина, да, такая, да. Покой, вообще красота. Это не этот остров. Нет, я Танис фотографировала. Это не этот остров, там пешком дойти можно было. Да? А конечно, он там вот вдалеке. А-а-а. Конечно, это пляж Велигамы. Так, друзья, на этом заканчиваем наше видео. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Прощаемся мы с пляжем Велигама. Не будем мы ни в Мирису покупать отели, ни в Велигаме. А скорее всего мы поедем обратно в Негомбо. Проведем в Негомбо 7 дней, знаем там, где у нас рыночек, знаем там, где у нас виллы есть. Посмотрим, сколько будет. Да и, честно говоря, по деньгам-то уже маленько как-то накладно получается. Мы тут, блин, 25 дней-то уже сидим. Что-то деньги летят и кончаются, блин, так быстро. Даже не замечаешь. Всем пока-пока. Ехали-ехали, такая классная рыба. Короче, 1400. Торгуйтесь, ребята. 1400, да? Да, сказал, пусть. Давай по 1200, да. Это 1200. Вот кальмар. Кальмар дорого, дорого, да? Не будем. А барракуда? Подожди, Миша. Барракуда. У нас вижу, а понюхайте ее. Так, вам штука. Ага, вам. Одна барракуда 700 рупий? Угу. Возьму. Здорово. Все, давай, торгуйтесь в этом. За креветки. This time, no problem. No fee. Very expensive. Okay. Ничего не дают.
Нет, она говорит, что рыбы нигде нет, и поэтому дискаунта никак вы нигде не будете. Давайте возьмем 2 килограмма. Ну, дискаунта нигде не будет, потому что рыбы нигде не продают. Там вот так оно и есть. Давайте. Так оно и есть. Так что, друзья, мы в Велигаме наткнулись на рыбу. Решили сейчас взять. В Кадуве тоже нет, все закрыто, новогодние праздники. И в общем, как-то так, едем домой. Друзья, новое включение. Пока мы собирались, креветки брали, ливанул дождь. Спрятались под крышу. Сейчас переодеваемся, впереди там у нас опять будет дождь. Вот тучка ушла туда. Но нас это совершенно не пугает. У нас все предусмотрено, все с собой. Поехали дальше. Писец, друзья, такой ураганище. Считай, до Гале был ливень, вот он там остался. А сюда в Гале въехали. Только сильный ветер и шторм на океане. Вот что творится. Офигеть. Прям циклон, ураган такой пришел. Так что в апреле месяце аккуратнее будьте, когда приедете сюда. Он сдувает. Все стоят вообще. Сейчас снимем. Плащик надо снять. Плащики пока стояли, уже высохли. Но дождь теплый, теплый. Мама, надо сегодня воду купить, согреться. Миша угощает. Надо трогаться, а то сейчас дождик нас догонит. Хотя нет, говорили, что вот тем южнее, где Мерис и этот, там чаще идут дожди, чем вот в Хикадуве, а где в этом еще меньше идут. Так оно и получилось. 41, 480, 61 километр. Туда-обратно? Сюда. Сюда. От той лаки. От той этой виллы. От той виллы или откуда? Миша, от той виллы, где мы были? Лаки. Че лаки? Ну, от последней виллы. От последней виллы. Теперь вы, друзья, посвящаем вас настоящие туристы. Все. Теперь вы, блин, все, уже едем 70-80 километров в час. Щух-щух-щух, вправо-влево, все, друзья. Ура, мы добрались до виллы. Был дождь. Как вам поездка, увлекательная? Ну классная. Посмотрели вообще. И Мерису, теперь мы знаем, что это. Велигаму. Это было сафари вдоль берега на мотоциклах. По пляжу, все знаменитые пляжи мы посмотрели. Но Хикадува получается лучше всех. Получается, Хикадува лучше всех, и дождя здесь нет, и не было, блин, и солнце светит, так? Да, уже как будто и не было дождя никакого. Ну, на этом мы точно заканчиваем трансляцию. Идем домой мыться, бриться, умываться, жарить креветки. Устали маленечко? Ну да. Не маленечко. Ну вот. Поехали, а то мы простывшие, все мокрые, блин, насквозь. Пока ехали, я высох весь уже, Миша, вся рубашка. Вот не ври, мы остановились уже. А что, едем за пузырем? Ты говоришь, нет. Супермаркет раз проехал, думал, хоть... Ну, если ты сказала нет. Ну, давай, дорогая, давай, мы же мокрые, блин, по дороге высохли. Дай денег, Оля. У тебя есть. Бесстыжие, блин. Ну ладно, друзья, заканчиваем на этом видео. Сейчас мы все равно с Мишей съедем, возьмем бутылочку водочки, поджаренные креветочки. Да, бред. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте не ставить лайки. Надо водочку. Креветкам надо пиво.